обманчива. Она может перенести вас в рай, который действительно существует. Дамы и господа! Дамы и господа! Вы ждали этого события! И вот настало время для возрождения легенды. Седьмой сезон международного музыкального конкурса «Твой шанс» 2023 год. Подобно дождю, капля за каплей мы просачиваемся в сердце и оживляем его. Мы – Радио Шансон Плюс. Добро пожаловать в мир неповторимой энергетики, атмосферы и культуры. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. Искренне рады приветствовать всех, кто сейчас на нашей волне, на волне радиостанции «Шансон Плюс». И мир творчества и музыки открыт. Почему? Потому что сейчас у нас эфир, 12-й эфир 7-го международного музыкального конкурса и проекта «Твой шанс» на радио «Шансон Плюс». Сегодня нам также есть что и кого вам представить в рамках конкурса и в рамках проекта. Но, дорогие друзья, как всегда, в начале каждого выпуска мы рассказываем о том, в чем же разница между конкурсом и проектом. Ну, для того, чтобы те, кто еще не принимает участие в нашем конкурсе либо в проекте, либо уже принимают, но не успели каким-то образом понять разницу между конкурсом и проектом, так вот всегда мы это объясняем. Ну и затем эта запись будет размещена на YouTube, ее послушают также и другие творческие люди, которые, возможно, захотят принять участие либо в конкурсе, либо в проекте. Итак, что касается конкурса, то по условиям конкурса от каждого участника можно представить от себя, от своего имени, будь то вы автор, будь то вы исполнитель, будь то вы композитор, до 5 песен. Эти песни оценивают наши члены жюри. Что касается песен, которые участвуют в проекте, ограничений по песням нет. Вы можете сколько угодно представить от своего имени песен, будь то в своем исполнении, будь то в исполнении других исполнителей, как уже есть у нас практикуется и в этом году в том числе. Есть у нас и конкурсанты, и они же представляют свои песни, которые принадлежат их перу, но в исполнении других исполнителей. Итак, как я уже сказал, ограничений по песням нет в рамках проекта. И вы также можете участвовать и в конкурсе, и в проекте одновременно, если у вас для этого хватает песен. Запомните самый главный пункт, что песни, которые проходят у нас по проекту, их оценивают только лишь радиостанции. Радиостанция «Шансон Плюс» и радиостанция «Сфера Мьюзик», члены жюри оценивают только лишь конкурсные песни. Ну, для того, собственно, и конкурс. Если вы уже в таком возрасте или положении, в котором вы считаете, что вам нет смысла принимать участие в каких-либо конкурсах, возможно, вы уже имеете какие-то звания, титулы и так далее, ну или просто разочаровались в каких-либо конкурсах, в которых вы принимали, возможно, участие, то добро пожаловать на проект «Твой шанс». Здесь вы можете показать свое творчество, и если ваша песня покажется интересной для радиостанции «Шансон Плюс», либо для радиосфера «Мьюзик», соответственно, вы об этом узнаете. Ну и еще один главный пункт, что все музыкальные жанры, и неважно, на каком языке ваша песня, будь то на русском, будь то на украинском, будь то на английском, немецком и так далее. Неважно, дорогие друзья, на каком языке ваша песня, и, соответственно, неважно, из какой вы страны и какую страну представляете. Ну, вроде бы все объяснил, что нужно знать в отношении конкурса и проекта. Ну и теперь перейдем к цифрам. Цифры говорят нам о том, что на сегодняшний день по проекту проходит у нас 3 песни. Уже 3, да, было 2, уже 3. Что касается участников, то на сегодняшний день у нас их 16. Стран, которые принимают участие в этом году, 23-м, 6 пока что. Песен на сегодняшний день у нас ровно 40. Ну, соответственно, 40 песен принимает, 3 из них идут по проекту, значит, 37 идут у нас по конкурсу. Не помню, говорил я уже или нет, вы можете принимать одновременно участие и в конкурсе, и в проекте. Главное, чтобы ваши песни были в формате нашего конкурса, не политические, потому что уже сегодня 9-му человеку с его политическими песнями, патриотическими, мы публично отказали. Так что, дорогие друзья, у нас никаких
патриотических политических песен, никакой тюремной лирики и тому подобное. Ну, более подробно, есть у нас об этом выпуск, какие правила, вы об этом можете узнать все на нашем официальном сайте radioshansonplus.com. Ну что ж, перед тем, как выходят на нашу виртуальную сцену виновники каждого нашего эфира, напомню, сегодня у нас 12-й, эфир записывается и затем будет выгружен везде, где есть наши группы, ну и, соответственно, канал YouTube. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Нашим артистам всегда приятно будет их прочитать, потому что до этого они знали мнение лишь только своей аудитории, своих друзей, родственников, а вот аудитория нашего радио, они еще не в курсе. Поэтому вливайтесь, дорогие друзья, в это событие. Помогайте нашим конкурсантам посмотреть на свое творчество с другой стороны благодаря вашим оценкам и вашим комментариям. Напомню, что 1 июля на сайте радио, на главной странице, появится специальная форма для голосования по выбору песни, которая будет у нас называться «Приз симпатии слушателей». Вот именно там и нужно будет голосовать. Все остальные голосования, которые вы можете увидеть в разделе, где находятся все песни, не имеет никакого отношения. Что касается оценки. Оценка нужна будет вот именно в той Google форме, которая появится 1 июля. Так что будьте внимательны, следите за событиями, и ваш голос важен для каждого артиста. Ну что ж, дорогие друзья, перед тем, как на нашу виртуальную сцену выходят виновники нашего эфира, сегодня у нас 12-й эфир, посвященный конкурсу «Твой шанс» на радио «Шансон Плюс», на нашу виртуальную сцену выходят наши почетные члены жюри Александр Ярюменко и Лана Меркулова и споют дуэтную песню и заодно разогреют нашу виртуальную сцену перед выходом виновника сегодняшнего эфира Влада Шайн и проекта «Наша Америкаша». Доброе утро или добрый вечер. Нет, кажется, утро, раннее утро в это время сейчас в Америке. Привет, Америка. Привет, Брайтон Бич. Почему говорю Брайтон Бич? Потому что сегодня мы о нем еще поговорим. Итак, на нашей виртуальной сцене наши почетные члены жюри Лана Меркулова и Александр Ярёменко. Всем привет! Я Александр Ярёменко. А я Лана Меркулова. Вы слушаете наш дуэт на радио «Шансон Плюс». Моя любовь,
Спасибо, Александр, спасибо, Лана, спасибо всем, кто сейчас с нами. Итак, пришло время переходить нам к представлению песен, которые сегодня представляет проект «Наша Америкаша» и Влад Шайн. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Всем большой привет из Америки, всем участникам конкурса. Особым уважением я снова приветствую вас, Дмитрий, а также наше уважение жюри этого замечательного конкурса. На этот раз хочу представить вам две мои песни. Кстати, Влад Шайн, его мы уже представляли в ранних наших эфирах, поэтому добавилось еще две песни. Одна песня идет у нас по проекту и одна песня по конкурсу. Песня, которую сейчас мы услышим, называется «Остаюсь в Нью-Йорке». Эта песня идет у нас по конкурсу. Итак, на этот раз хочу представить вам две мои песни, иммигрантские песни. И хочу заметить, что я из тех иммигрантов, которые когда-то ходили просто в ресторан на Брайтон-Бич, чтобы послушать легендарных певцов Вилли Токарева, Славу Медяника и Любу Успенскую. С тех пор многое поменялось в нашей жизни. Да, уже, скорее всего, нет тех ресторанов и тех названий ресторанов на Брайтон-Бич, в которых пели эти знаменитые люди. Ну, и не все уже их живы. И вот много лет спустя я написал песню, которая называется «Остаюсь в Нью-Йорке». Это о прошлом и настоящем наших эмигрантов. А если кто-то захочет посмотреть красивый клип на эту песню, мы приглашаем на наш YouTube-канал под названием «Наша Америкаша». Уверяю вас, вы получите большое удовольствие. Итак, приятного вам прослушивания. Остаюсь в Нью-Йорке, Влад Шайн и проект «Наша Америкаша». Смотрели мы по телеку про богатую и сытую Америку. А когда союз распался, все опешили, и мы, как многие, в Америку уехали. Пробивались как могли, много работали, а на Брайтоне в субботу пел нам Токарев про большие небоскребы и лимончики, что росли у тети Сони на балкончике. По мосту по Веризана на работу еду рано, а вдали зимой и летом ярко светит мне Манхэттен. И над биржевой столицей пролетают тихо птицы, и немного слышен скрежет, небоскребы точат небо. Потихоньку все сложилось, мы поднялись, наши вкусы и запросы поменялись, и у многих тут наладилось с деньгами. Много наших жить уехало в Майами, им небесная посыпалась тут манна. Доживают тихо век у океана. Заманил капитализм свои сети. Ну а главное, что счастливы тут дети. А я снова утром рано переехал в Веризана, а вдали зимой и летом ярко светит мне Манхэттен. И над биржевой столицей пролетают тихо птицы,
и немного слышен скрежет, небоскребы точат небо. А я в Майами не уехал, не хочу переезжать. У меня все тут как надо, можно только помечтать. И на Брайтоне с друзьями я встречаюсь иногда. А гламурный мой Манхэттен не покину никогда. И на Брайтоне с друзьями я встречаюсь иногда, а гламурный мой Манхэттен не покину никогда. «Остаюсь в Нью-Йорке» – так называется первая песня, которую мы послушали с вами от Влада Шайн и проекта «Наша Американша». И переходим к песне номер два. Вторая моя песня была выпущена под Новый год, а называется она «Сокровенное желание». И я знаю, что об этом желании сейчас мечтает большая часть разумного человечества. Всем желаю добра, мира и чистого светлого неба над головой. Всем большой привет. Смотрите нас на канале YouTube «Наша Америкаша». Спасибо, Влад, вам за пожелания, особенно о мирном и чистом небе. Это сегодня вопрос номер один, и не только в Украине. Этот вопрос терроризирует сегодня многие страны мира, и терроризма становится с каждым днем все больше. И сегодняшний день, 6 июня, тоже был произведен огромнейший террористический акт. В Новой Каховке была взорвана водяная дамба, которая обеспечивает охлаждение Запорожской атомной электростанции. Каким последствиям это приведет, еще никто не знает. Ну что ж, присоединяюсь к вашим пожеланиям. Всем нам мирного неба над головой, добра и побольше человеческого разума. Итак, «Сокровенное желание», Влад Шайн, проект «Наша Америкаша». Крисмас воскресеньем в небе плыли белые олени. Вдруг нежданно там, где мой пентхаус, приземлился добрый Санта-Клаус. Как спросил дела и как мой бизнес, подарил один носок на Крисмас. Нам за океан летел с Финляндии, а в Европе сейчас попал под санкции. Снова времена лихие, люди, это не смешно. Детям праздники верните, чтоб всем было хорошо. Чтоб под Новый год и Крисмас было больше добрых дел. И войну остановите, и конкретный беспредел.
Мне, конечно, Санта симпатичен, но ведь вырос я в другой стране, где в Новый год так пахли мандарины и традиционно оливье. Добрый Дед Мороз дарил подарки, а я ему рассказывал стишок. Мог спутать он Снегурочку с русалкой, если пил из фляжки коньячок. Снова времена лихие, люди, это не смешно. Детям праздники верните, чтоб всем было хорошо. Чтоб под Новый год и Крисмас было больше добрых дел. И войну остановите, и конкретный беспредел. Времена лихие, сердце стынет, словно лед. Где-то льют дожди косые, дети плачут в Новый год. Просят в письмах Дед Мороза: сделай больше добрых дел, и чтоб войны завершились, и конкретный беспредел. Сокровенное желание, Влад Шайн, проект «Наша Америкаша». Спасибо, Влад, вам за ваше творчество, за ваши слова, за ваши пожелания. И еще раз, в очередной раз, я объясняю всем, дорогие друзья, мы не поддерживаем никаких агрессоров. Наш конкурс исключительно о песне, о мире, о добре, о любви, о творчестве. И только об этом. Люди, которые поддерживают войну в Украине, ни один из них не принимает участие в нашем конкурсе. И ни одна песня на эту тему у нас нет и никогда не звучали у нас в эфире. Никаких политических, патриотических песен у нас никогда в эфире не звучит. Вот так вот. Естественно, мы осуждаем войну, и, естественно, нам не нравится, что бомбы летят на наши мирные города. Бомбы, я имею в виду, и ракеты Российской Федерации. Поэтому еще раз всем мира, добра, чистого светлого неба над головой. Слова Влада Шайн, и, соответственно, мы всего этого хотим. А вам, Влад, большое спасибо за ваше творчество, за ваши пожелания. И, дорогие друзья, если вы такой же мирный и творческий человек, и у вас есть хорошие песни, добро пожаловать на радио «Шансон Плюс» для участия либо в конкурсе «Твой шанс», либо в проекте «Твой шанс». В чем разница, ее мы рассказываем перед каждым выпуском. Так что любой выпуск включите. Сейчас это у нас 12-й эфир. Вот все 11 до этого можете включить. Все вначале, мы всегда об этом говорим. Еще раз спасибо, Влад Шайн, за вашу поддержку, за ваши песни, за ваше творчество. Конкурс и проект продолжаются. В конце июля будем подводить итоги. Ну а до этого времени имеем большую надежду, что присоединятся к нам еще и страны, и участники, и песни от тех, кто уже принимает участие в этом 7-м сезоне. Спасибо и вам, дорогие наши слушатели, за внимание, за время, которое вы посвящаете нашим эфирам. Спасибо за вашу поддержку, за ваши комментарии, за ваши лайки. Не забывайте это делать для артистов, для участников нашего конкурса. Это очень важно. Всем спасибо за внимание. Что касается конкурса и проекта, то на сегодня у нас все. Услышимся в следующем эфире. Следите за афишами на нашем официальном сайте radioshansonplus.com и, установив наше приложение к себе в телефон, вы сможете слушать нас в любой точке мира. Всем мирного неба над головой. До новых встреч в эфире.